предыдущих сериях. Мы собрали команду реальных броков, чтобы научить весь мир играть в футбол. И первыми были танцоры. Но пусть наш вратарь пропускал все удары, зато гангстеры запугали Егора Дружинина. Правда, в тот же вечер на них было совершено нападение, и так мы лишились самых опасных единиц. Однако тренер Полина призвала в команду самого Чипинкоса, который тут же показал, кто здесь истинный мастер рэпа. Сначала он наказал Матч ТВ, потом коробку и вывел команду на игру с клубом РПЛ. Правда, с босым вратарем и пивным защитником Саней ФИФА мы пропустили аж 9 голов. И этот Саня ФИФА не стал брать вину на себя. Наоборот, он сказал, что уходит, что наша команда говно и что он лично переедет нас вместе с фиферами, которые целыми днями с кресла не встают. Вам, реальным броуком, да. Более того, он перетянул к себе президента клуба Райзена. И тот принципиальный матч мы выиграли, образовав гениальную связку Чипинкоса с Игорем Ознобихиным, который карал всех не только на звездах в Африке, но и на футбольном поле. Однако, что делать дальше, было непонятно. Игроков в команде оставалось все меньше. Ознобихин уехал, а нас на слабо решил взять тренер автобуса Сослан Гатагов, до этого подравшийся аж с основными броуками. В один вечер он позвонил нам и сказал... Там вкидывали, кричали, орали, я не знаю, там апокалипсис у вас случился, то, что вашего игрока кто-то там въехал, ваш топтыка что-то орет там, ваши профики новые какие-то непонятные, наши какие-то профики непонятные. Давайте реально медийными составами сыграем с пазиком, мы вас там просто, я не знаю, так завозим. Господи, Сослан, у вас даже формы нет, такой форме, говоришь, вы в манишках играли. Ну, давай, ладно, место, дату назначай, я не знаю, что у нас с составом, но разберемся. Как биться против Сослана и его бойцов было действительно непонятно, тем более наши гангстеры до сих пор не вернулись в основу. Оставался только один вариант. Фифер, что, нашел себе команду? Мне Амкал 600 предлагает. Меня Байконур зовет за 200, блядь. Вы мне нахуй не нужны. Да ты крыса, то ты с фиферами, то еще я с кем-то. Я здесь не за деньгами. Но Байконур 200 предлагает. Я полечу. Сань, мне похуй, 60 ты в коморку. На связи. А когда тебе деньги нужны, ты всегда руки жмешь. Тудрот. Год. One win. Одна победа. Одна игра. Да, у меня расстройство. Да, мне надо к врачу. У меня капельница, бро. Жмем? Саня, иди нахуй. Но на игру приезжай. Ладно. До МФЛ 4 часа, я не смог найти команду. Я принимаю предложение. Это серьезно. Я готов доказывать. Давай команду собирать тогда. Я сейчас Райзену срочно позвоню, ладно, чтобы от него уже отскакивали. Так что... и быть. Ты можешь приехать, пожалуйста? Подъехать просто нужно. Ты что, шаурмой отравился или что с тобой? Не... У вас формы даже нет, в смысле? Ты ничего не предупреждаешь, вот так звонишь... Телеграмму! То отсутствие Шогу повергло нас в шок. Мы нашли его на тусовке. Сейчас я вас объясню, ребята. Сегодня у нас типа маленький музыкальный концерт. Моих ребят, вот артисты. Я буду как ведущий, вот это, который сейчас репетирует. Посмотрите, да. Вот. Один из артистов. Стой, ты мне объясни, ты пропустил игру, тебе хотя бы здесь заплатят? Я организую. А, ты организатор? Да. Нихуя. Так ты нам можешь тусовку организовать с болельщиками? Естественно, братан. Это моя работа.
На Шогу мы в этом матче не рассчитываем. Иван Неклассика, спасибо, что ты с нами. Люди и броуки, наконец-то у нас появляется своя форма. Броуклин Нетс. Сейчас мы пойдем вручать это команде. Сегодня игра с Пазиком на улице, наконец-то. Мы очень этому рады. Нас заебал этот манеж. Посмотрите, вы чувствуете? Счастьем пахнет. Новая форма подъехала. Пойдем со мной. Опа, опа, самое интересное. Нам форму несу. Значит, у нас новая форма, у нас коллаборация с Brooklyn Nets. Они вряд ли об этом знают. Но у нас не будет футбольная форма, у нас форма баскетбольная. Потому что мы должны отличаться от всех, от вот этого шлака, от медийного футбола. Поэтому сейчас я вручу Чипинкосу его десяточку. Спасибо, бля, какая крутая, я так... Мужики, разбирайте формы, переодевайтесь, мы ждем вас там. Не, я рот ебал этот седьмой номер, вот мой номер. Десятый. Я футбол, если честно, люблю больше, чем баскетбол. Но форма у баскетбола всегда была лучше, чем у... Ну, форма баскетбольная, она была всегда лучше, чем у футболистов, футбольная. Стиль нам, рэперам, конечно, ближе спорт баскетбол, нежели футбол. Так заведено. А после баскетбола у нас идет бокс. Рэпер Рой Джонс, чемпион мира по боксу. Вот, возьми даже вот этот факт. Я ни одного знаменитого рэпера-футболиста не знаю, а баскетболиста знаю. Да. Еба! А как я тебя не заметил? А ты ему тоже делал? Я думал, тебе нужно встретить. Я тебе сделал? Да. Все, класс. С нами Артур Страхов. С нами Артур Страхов. И нет Райзена. Райзен снич съебал. Что-то, блядь, подожди. Сегодня с Чипом будем творить историю. Серьезно, это будет самая крутая связка. Ну ты сегодня настроен доказывать? Ты, блин, знаешь, я как-то нейтрально. Уже как нет такого запала, который был раньше. Вот раньше, да, там. Сейчас уже как-то... Ну здесь, блин, видишь, какая атмосфера? Спокойная такая, на расслабоне, чисто медищик. Здесь нет вот этого, знаешь? Ебать. Ты... Вот в чем я здесь забыл, блядь. Видишь, как ебашит чувак, блядь. Просто Роберто Карлс, блядь. Проходят годы. Ой, что-то новенькое. Выучил, пока был отдыхал. Играете? Знаешь название команды Сберника? Нет, не знал. Понятия не имею. КамАЗ? КамАЗ их зовут? Ну, КамАЗ. ФК КамАЗ у них? Ну, хуй с ним, пусть ФК КамАЗ будет. Ну, если честно, в России... Психбольные названия иногда футбольным клубам дают, что иногда стыдно становится. А вот Broke Boys охуенно звучит. Broke Boys лучшее название вообще, которое я слышал. За это респект, поэтому я здесь. Все, я пошел. Ребят, мы долго к этому шли, примерно с 5 января. Я тебя просто прошу, Артур, не вони с командой, иди с командой. Поэтому сегодня мы должны сыграть очень круто, классно, не просирая мяч, отрабатывая каждый момент и забить много голов и победить. Поэтому нас не сломать! Мы так поломаны! Сань, чуть-чуть не той стороной идет, Сань. Я знаю. Бля, как бы не отсосать сегодня. А еще, кстати, посмотрите, сколько людей пришло на нас поболеть, поэтому мы сегодня точно не можем облажаться, потому что это будет очень стыдно. Краснеть придется мне и Иване не классика, потому что тут из команды краснеем только мы вдвоем. Бля, я сегодня бью издалека, ребята, извините. Удачи.
Блин, волнительно, на самом деле, потому что я давненько так не играл. Вот именно вот так вот не играл давненько. Ну и вот в этом говне тоже давно не играл. Поэтому посмотрим, как будут сегодня, как говорит Райзен, руинить игру. Кто? Есть у них капитан? Малыш, скажи, кто начинает? Я слышал, у них мусора. Мы, все, мы начинаем. Вопросов нет. Все. Красава. Но у них один лишний убери. Нет. Давай, пацаны, блядь! Артур, надо доказывать, Артур! Забы, бумы, мани, вэй! В руки всех сильней! Забы, бумы, мани, вэй! Забы, бумы, мани, вэй! Это празднование. Забил номер 7! Амир Чипенков! Амир Чипенков! Амир Чипенков! Ты, блядь, говоришь, ой, 10 номер. Амин. Амир. Амин. Амин, да. Ты дурак, ебать? 10 номер. Хорошо, он не слышал. Мой. Бля, Артур, быстро! Давай! Хорош! Хорош! Видел и забил! Сколько можно, блядь? Впервые человеку, блядь, не нравится забивать голы. Я впервые такой вижу. Голевая на 50 метров, блядь! Ой, блядь! Чипинкор! 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 Бля, у меня вот обращение к людям, которые форму покупают. Они когда-нибудь додумываются все-таки, что я жирный, блядь. И мне размер надо немножечко другой брать. Тебя мотивирует, это, сука, похудеть уже, может, блядь. У меня депрессия, блядь. Я на себя смотрю в обтяжку, блядь, и плачу. Смотри. Фолы, фолы, фолы! Я не покупаю. Блядь. Да назад! Ну-ну! Офсайд! Офсайд! Чуть не было, офсайд! Да не было, не было. Не было? Беги! Пусканули, ебаный гол, блядь. А может, беги ворот поставим? Не, вратарь хороший. Хороший вратарь. Беги, ставь ворота! Блядь, не лучше получится. Ну вот, прям вообще. Это Александр Андреев! Одному начальнику верит! Бля, пацаны, мы начинаем плыть, нахуй! Собрались, ребят, давайте! Нам нужен гол! Ой, достал! Да! Артур, голевая, блядь, вторая! Ты видел, нахуй? Артур, что? Покажи! Покажи тату! Покажи! 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 Покажи, вот она! И забить! Зая! Ёбаный Саня! Бля... Ударом! Сюда! Эй, пиздюки! Что там было с товарищем? Там... Ну там... Пол, стоп, пол, стоп, стоп. Он переживает, нервничает, тут болельщики пришли, тяжело ему. Сань, исполни на заменочку! Играй, 2 метра отсчитай. 5 шагов. Нет, 10 детских. Вот так, зигзагом, братик. Так, сейчас Артур уже выходит на поле, потому что ситуация накалена. Вообще просто пипец. Вон, Саня Ткачук исполняет штрафной, мы не знаем, какой счет. Что придумали? Блять, вышел, два привез, ушел. Это позор, блядь. Сука, нахуй я сюда сейчас ем. Ребят, ребят, прошу всех присесть. Присядем, ребят, присядем. Обязательно. Блять! Был бы я! Ни одного не забили, когда я играл! Ни одного, блядь! Учитесь нахуй! Я готов! Блядь! Ну сука, ебаный! Ни одного не забили, когда я играл! Ни одного, блядь! Блядь! Собрались нахуй! Делайте их, блядь!
Они не стоят этих трех ебаных мячей! Делай, блядь! Как тебе первый тайм? Ну, 3-3, пойдет нормально. Но сейчас во втором тайме мы должны прям максимально собраться и одержать победу, потому что, ну, действительно, нас пришли выболеть люди, и мы должны показать красоту. Итак, ребят, у нас пока что ничья, но во втором тайме мы обязательно с вами должны выиграть. Посмотрите на этих людей, на их глаза, они в нас верят, и поэтому мы должны им показать красоту, мы должны показать красивый футбол, и мы должны показать победу, потому что мы реальные броуки. Мы броуки, нас не сломать! Мы так поломали! Мужики, вот наш судья. Да. Броуки в сердце. Щепенков вот он, вот он, вот. Наш подопечный, скрытый. Вот так вот. Сейчас мы начнем уже второй тайм. Свисток от судьи. Начинаем. Поехали, второй тайм. Мы начинаем. Ой, Саня хорош! Саня, надо забивать! Чеби! Блядь! Ой! Ваня лучше, блядь! Было опасно! Нет! Миш, нет! Чувак, я ногой чуть аппендикс не отбил, блин. Еще пенку нам поставили, вообще пиздец. И пенальти. Сделай вот так. Там и зачем? И все. Хорош! Рэп, прекращай! Не прессингуй! Нет, не прессингуй! Не прессингуй! Лицо! Хороший лук! Оооо! Блядь! Хорош! Да сука! Ибо, давай, лук! Прям вдвоем на одного парня! Ебать, он вывернул Гали! Начал! Пиздец! Блядь! Второй тайм проваливаем, блядь! Я думаю переодеваться. Отдает передачу на Ване Неклассика. Тот, в свою очередь, обыгрывает. Иван Неклассика под левую. Передача! Блядь! Да! Сука! Какая пиздец! Артурчик, тигр, тигр! Меня его! Да, он не поехал. Давай. Сань! А что, эти люди как на бейсболке не дисциплинируют? А? Давай, ребят, ну... Собрались! Да. Ибра, давай! Не так, блядь, пить, блядь, сука! Блядь, Табрису, ты на... просто имитируешь, блядь! Сколько можно, вы заебали! У кого, что-то, блядь, из броуков ключи? Сань, это хочу, кроме Егорова, интеллект есть у кого-то? Ключи у кого? Бля, давайте в это играть в футбол, нахуй. Давай ты мне ключи дашь, а потом будешь блякать, понял? Нет, не понял. Ну тогда постой в сторонке. А ты что, на базаре? Кто последний закрывал? Блядь, подождите, у левую тему. Что ты хочешь? Я, мне ключи надо, мне надо ребенок, у меня замерз. Я попросил пять раз, пять ключей. У кого, блядь, ключи, нахуй? Кто сможет объяснить? Где ключи пять раз просил, ты влезаешь, ты давай доиграем. Потому что, блядь, играть в футбол потом. Там открыто говорят. Там открыто говорит. Где ключи? Где ключи? Не было ключа. Где ключи? Там открыто было, еще раз. Я обещал не бить никого. Я правда обещал. Я очень добрый. А после меня занесли пиццу. Ключи, если они этот. Наверное, в раздевалке ключи, наверное. Кто-то оставил там. Ну. Давай, это, бля. Ибра, пизду нахуй, иди обрез, с поля, бля. Обрез, блядь, извините, как ты ходишь на похуй с двумя телефонами, блядь? Пизду, это неуважение. Меня кикнули. Короче, в пизду этот футбол. Дима уже начал огорчаться и злиться. Нужно немного... Ой, да как, блядь, Чепенкос катится, а ты стоишь два на телефона, минуту. Блядь, хуем трясешь, блядь, рядом. Блядь, он продавал еще на дополнение. Похуй. Нет, нет, нужно немного веселья добавить. Вот такой принцип. Мужики, пойдемте, блядь, реально за наших загасим, ну, ультра. Не надо, загасим? Пойдем. А? Почему? Не надо, блядь. А что это такое? Чтоб все выбегали на поле? Да, это серьезный футбол, все играют. На 6. Да!
Все. Я огорчен. Но это меня не касается. Я ушел. Вон тренер берет. Ну, что я хочу сказать. Игра сегодня. Первый тайм был хороший. Они были собраны. Во втором тайме я не знаю, что случилось. Вообще, мы поплыли. Просто мы поплыли. Реально. Ну, какие тут могут быть эмоции? Я расстроена. Вчера... Ну, ладно, короче. Я даже не хочу ничего говорить, потому что... Это позор, потому что. Потому что это позор. Я удивляюсь, как мы много не пропустили. А всего лишь... Да хуя. А у нас это, дисциплины не было или что? Не, братан, защита. Наш, у нас любой пас, выстрелим хотя бы, любой пас блядь. И один на один с вратарем. Потому что все хотят в атаку бежать, блядь, или нет? Я могу в защите постоять. Я им сказал, давайте я в защиту иду. Нет, там будет нападение. А кто бы забивал тогда? И все туда пошли. А здесь никого не было. Ты сам видел, я здесь в защите отыгрывал. Тренер говорит, что вот ее сегодня не слушал. Или там Саня ФИФА и остальные. Тебя никто не слушал, да, это правда. Ну ничего, проебали и хуй с ним. В следующий раз выиграем. Что, сейчас умирать, что ли, проиграли, блядь? Нет, я 11 лет не играл, уже что-то показываю. Артур, почему проиграла команда? Фу, ну, дисциплина. Правильно сказали, дисциплина. Это раз. Во-вторых, ну, блядь, вы нахуй. Ну, ты я всегда так играл, себе. Блядь. Не, Ибр мне за 2 часа набирает, блядь. Я с работы в Храпунова, блядь, с Подмосковья. Приезжай. Вот, ну, что сказать. Блин, на самом деле, пофигу. Проиграли, да, но я вот увидел... Его, я увидел фанатов, я увидел ребят новеньких. И, честно говоря, классно очень. Вот это душевно. А то, что просрали, да и хер с ним, это цифры. Главное, эмоции вот так.